Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать две вот такие замечательные теплые вязаные модные зимние шапочки. Связаны они в одном стиле с бубоном, с теплыми ушками и завязочками, но в разных абсолютно узорчиках. Здесь вот для сравнения можете посмотреть разные резиночки, разные узоры, жгутики, косы и так далее. Видео по каждой шапочке можно посмотреть на моем отдельном канале новом. Вот, там есть отдельное видео по вязанию молочной шапочки, она немножечко больше. Далее по вязанию розовой шапочки, она немножечко меньше. Вы по данным шапочкам можете связать, в принципе, на любой размер окружности головы ребенка. И в зависимости от выбранного цвета можете варьировать. Это будет либо для мальчика, либо для девочки. Обе шапочки подходят и для мальчика, и для девочки. Для девочки вы можете украсить более какими-то красивыми бусинками, пуговичками, брошками и так далее. Вот. Для мальчика же можно не украшать. Вот. Также под каждую из шапочек вы сможете связать снуд, либо шарфик, что станет отличным аксессуаром на зимнее время. Большие плюсы этих шапочек тем, что они связаны плотными вот такими косичками-жгутиками. Далее здесь двойная идет резиночка и теплые двойные ушки, что не требует флисового подклада. Поэтому отдельный плюс то, что они на завязочках. Вот, конечно же, переходите по ссылочкам под этим видео на мой новый канал. И, конечно же, не забудьте лайкнуть мое видео в поддержку моего канала. Вот, кто не подписан, подписывайтесь. Также подписывайтесь на мой новый канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока!